В наш день эти вопросы полностью городская власть делегировала исполнительному комитету. И сегодня мы видим то, что маршрутчики, перевозчики диктуют свои условия, на которые исполком идет, вынужден идти, потому что иначе тут, будет тут, хаос. Так. Или они друг друга не слышат, или они говорят на разных языках. То есть нужно, с одной стороны, организоваться со стороны маршрутчиков, делегировать права там, конкретным представителям, взять экономику в руки. Должна быть создана рабочая группа Николаевского городского совета, которая эту экономику рассмотрит. И если эта экономика не будет доказательна, значит, на этапе, так скажем, диалога ее можно будет привести в порядок, и тогда уже будет консолидированное мнение. С одной стороны, вышли с предложением исполнители услуги, а с другой стороны, заказчик, в данном случае Николаевский городской совет, да, или местная наша власть, да, она, значит, собственно, всегда так было, когда там, был когда-то отдел цен, там у нас там облсполком и так далее. Нужно, есть услуга, есть потребность в этой услуге. В любом случае, если не будет договороспособна, будет разрыв в этом отношении. Люди будут страдать, а власть должна эти вопросы все решать. Идти как на поводу. На поводу никогда не нужно идти. Все должно быть обосновано, осмысленно, потому что на поводу можно не туда зайти. Собственно, все.